Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Азербайджанцы меня сейчас поймут. Обращаюсь к Буратино. Так прозвали наши азербайджанцы одну невоспитанную армянку, так называемую блогершу, которая после 2020 года занималась только провокацией в соцсетях. Буратино, ты помнишь, как ты в Ханкенде была на этом танке и говорила о том, мол, якобы это ваши территории? Буратино, у меня к тебе такой вопрос. Ты что, когда была на этом танке, подложила своим землякам белый флаг? Просто азербайджанцы за сутки вернули этот танк, и сейчас он стоит в Баку в музее трофеев. Эх, Буратино, Буратино, Ханкенди – это Азербайджан. Для тех, кто не знает, армяне этот танк когда-то забрали из города Шуша, оккупированного города, и перевезли его в Ханкенди. Буратино, ты там больше никаких сюрпризов не оставила? Просто мы идем. Карабах – это Азербайджан, и Ереван – это тоже Азербайджан. Так что, Буратино, отдыхай. И еще хотелось бы сказать, армяне, где-то я с вами согласна, в чем-то вы первооткрыватели. Капитулировать дважды за 3 года такого еще не было.